があっても一切文句を言いませんでした。けど今ひどく絶望しています。犠牲者が多すぎる。気持ちは重々承知しています。だから私は厳しい決断をしました。とりあえずあなたは日本から姿を消すのです。海外の友人セラフィム大司教と連絡を取りました。彼がロシアの総司教と連絡を取って、あなたが海外研修でロシアに行けるように手配をすると約束をしてきました。要するに逃げろということですか。困難の中に機会を見つけるのです。あなたを決してリゾートに送るのではなく、新しい機会を与えてあげるだけです。しかしこれは単なる勧めではありません。命令です。А я тут резиночки делаю. Нравится? А вы за корзинками, да? На водички, вот. Попей. Нет, я не за басами и корзинками. Я отец Николай. Это имя мы не дали при крещении. А, вы, наверное, приехали к нам в храм служить. Дарья Петровна Макарова. Это сынок мой, Лёша. Сидит тут целыми днями, корзинки плетёт на продажу. Ну, в деревне у нас его все Макаркой зовут. Батюшка, вы, наверное, из Казахстана, да? А, не то. Токио, Япония. Добрый день. Давно у нас не было батюшки. Не ездит к нам никто. Ну, все в этом мире меняется. Меняется. Разваливается все. Никому ничего не нужно. Да и вы, наверное, недолго задержитесь. Красота, отец Николай. Где все иконы? А откуда им взяться? Батюшки нет. Народ сюда не ходит больше. Все, что было, развезли по другим приходам. А сколько раз в нашу церковь залазили. Все ценное разграбили, увезли. Вот стоит она. Сирота, никому не нужная.
Пару раз тут приезжали, смотрели, прихода нет, и развернулись. А это было, когда в селе 7:15 было. А сейчас что? 10 человек. Батюшка нужен. Привет, Петровна. Привет. Что это за гости у тебя? Это батюшка наш новый, отец Николай. Сибиряк? Нет, почти угадали. Я из Японии. Ага. У меня друг был из Ивенков. Тунгусами их еще называли. Похож сильно на тебя. Отличный был охотник. Шаман. Медведь его запорол. Будь тебе со своими охотничьими сказками-то. И чего больше жизни не интересует? Отец, вы не обижайтесь на него. Это Стас. У нас его здесь Шатуном зовут. Все в лесах скрывается. Я так понимаю, отцу переночевать негде. Ну кто же знал-то? В келье сыро совсем. Дня два еще сушить надо. Поехали ко мне. Место найду. Садись, заглянай. Если я спрошу тебя, зачем ты здесь, ты мне не ответишь прямо? Нет, не отвечу. А ты крепкий, как мой тунгус. Скажи, ты боишься смерти? А волки боялись? Ты про этих? Так они же живут, как твои самураи, с рождения мертвые. А знаешь, говорят, волка из глины сделал черт против Бога. Но оживить не смог. А Господь взял и вдохнул жизнь в эту тварь. С тех пор волки за чертями и гоняются. Сатворанно. Так вот зачем убивать и волков? А здесь Бога давно уже нет. Чертей полно, а Бога нет. Теперь ведь как? Кто платит, тот и Бог. А мне уже все равно. めちゃくちゃ似合ってるよ。ハロウィンパーティーだったら俺らも連れてってよ。ハロウィン。うるせえ！噂で聞いたんだけどさ、あんた昔強かったってあれマジ？信じらんねえんだけど。そういえばあんたの弟、あのクズ野郎。あいつはうちの親父と組の敵だ。いいか、ってことはあんたも俺らの敵ってことだ。お前には敵が一人だ。お前だ。さすが先生、教えていただきありがとうございます。
てください。なんつった今、なんつったのか聞いてんだよ。やめてください。俺に言ってんの聞いてんだ。助けたつもりか？サイさんよ。でもな、こんな女、みんなですぐ回してやるよ。お前も一緒にどうだ？やらしてやるぜ。やりてんだろ？男になれよ。こんなチンケのおもちゃ捨てちまってよ。Пожар, руки нужны. Только не в этих своих, а вот я тебе нормальные принес сапоги. Вставай, дорогой, вставай. Пойдем. Готовь. Горит, буржуазия-то, горит. Уй, ай. Да? А не надо потому, что в помещиков играть, ты понял, помещик? Попрыгу, теперь, иди, ты прошу, ты что делаешь? Хреновый фермер, Костя, ты понял? Костя, успокойся! Костя! Вот они где черти-то плодятся. Пошли, нахрен отсюда! Что же ты? Что, Бася?
Черт! Рож, концерт окончен. А его за что? Он при чем здесь? В отделении разберемся, кто при чем. Иди проспись. Да его за что? У чингиста здесь не виноват совсем. Ты трешный весь. Господи, иди, Марья. Под машину попадешь. Хватит! Ну-ка, хватит, все! Хватит! Да кому говорят, все! Утро доброе. Доброе. Хотя какое оно доброе. Хорошо, что огонь на дом не перекинулся. Да, отстояли, слава богу. И вам спасибо за помощь. А вас, я так понимаю, прислали к нам служить? Я отец Николай. Очень приятно. Я Анна Михайловна Яхонтова. Сарай было чего-то ценное. Это был наш маленький бизнес. Мы с мужем все продали в городе, приехали вот на его родину кроликов разводить. Смешно звучит. Кроликов разводить. А куда ваш муж? Костя? Ой. Костя, он принял 0,5 и спать. Да и правильно. Хорошо, что лег. Смотреть на все на это больно. Особенно смотреть вот на соседей, которые такие вещи делают. Думаете, это он? Ну, конечно, Петька. А кто же еще? Больше некому. Нету церкви, нету мира. Ань! Ну, что ты там с ним разговариваешь? Это вот священник наш новый, он помочь хотел. Отец Николай. Помог уже. Давай домой. Нечего там. Кость. Что вчера было-то? А что-то пожар какой снился. В Яхонтово вчера пристрой с кроликом сгорел. Часа в 3 ночи. Тушили всем селом. Ну, так ему и надо. Помещик херов. Знаешь, тоже мне, блин, развел зоопарк.
Петь. А ты помнишь, что ты вчера с Костей подрался? Что полиция приезжала, помнишь? Не помню. А что Чингиску участок забрали, помнишь? Все думают, ты поджег. А мне похуй, ну что они там думают, да? Петь. Петь, давай уедем отсюда. В город. Петь бросишь, работу найдешь. Сколько раз я тебя просил, ну не надо меня попрекать работой, а? Сколько лет я в спорте отпахал? Да пахался, а? Отпуск у меня. Ну ладно, Люб. Люб, ну хорош, ну ладно тебе. Люб, ну... Ну прости, ну ладно, ну чё ты сразу, а? Ну, я тебя люблю ж. Ну, давай. Пожалуйста, я сейчас опохмелюсь. Чуть-чуть. В себя приду и поеду за Чингизом. Ладно? Обещаешь? Обещаю. В последнее время одни беды в деревне. Тут еще пожар у Яхонтовых. Вот Константин Иванович, бывший военный, столько огневых точек прошел, и вот на тебе такое случилось. Да, видать, действительно, Еремин поджег. Милые, милые дамы, кого я вижу? Ульяна Захаровна, вам букетик. Дарья Петровна, вам букетик. А я вижу, у нас в Глубоком появился священник. Это наш новый батюшка. Да, познакомьтесь, отец Николай, японец. Это Андрей Николаевич Нелюбин, благодетель и заступник. Это бросьте, я просто очень люблю этот край. А у вас, милые барышни, вместе с ним? О, милые дамы, а я с позитивной новостью. Музыкальный конкурс. Чингисхан? Что-то, Чингисхан. Во! Хан не обещаю, а Чингиск привез. Вылазь давай, молодой человек. Чингиска! Вот так везде в России. Чем захолостнее место, тем ярче краски. Так, а вы... Тоже не из этих мест. Да нет, что вы. Я дитя бетона. Я здесь купил дачку, чтобы приезжать время от времени и ощущать себя русским человеком. Коньячку? Нет, все, спасибо. Ну, тогда и я не буду. Но красота-то какая! Знаете, в Японии мы всегда в городе и в деревне ощущаем себя японцами и в православной церкви. Ой, вы меня простите, отец Николай, но вот как-то не укладывается у меня в голове Япония, православие. Япония же вроде как синтоисты, буддисты. Как правило, мы так и разделяем себя. 80% синтоисты, 70% буддисты. Ай, какая смешная арифметика. Это как у нас, 75% считают себя православными, а 70% пьющими. Если Пасха, то мы постимся. А если Рождество, то совсем другое дело. Как тут поститься? Рядом же Новый год и совсем другой обряд. Вы верите в Бога? Я? Ну, так навскидку не скажешь, а вы? Я больше верю в Бога, чем в самого себя. Ценю японскую прямоту. Четко. Ясно, непонятно, икебан, короче. Один вопрос. Вы вот собираетесь приход восстанавливать, а у вас клиентура, кроме Бородиной и Макаровой, есть? Вы уже составили бизнес-план?
Думаете, Вера, это бизнес? Ну, конечно. Бизнес. Очень доходный бизнес. С очень солидной кредитной историей. Вот вы храм будете восстанавливать. Вы же его будете восстанавливать не с помощью Святого Духа, а с помощью простого русского рубля. А вы нормально себя чувствуете? Да, я в порядке. Это был длинный день, мне уже пора. Конечно. Это русские картины, это родина моя.兄貴は何をやったか聞いてるよな、君。うちの組に恥をかかせたあげく、俺の息子はあのざまだ。これはどういうことか分かってるよな。実にお気の毒なことでした。 お前さんの組を尊敬する。しかしお前さんとこの若いもんはそうじゃないみたいだ。<笑>まあそこはこっちが大人になって目をつぶってやってもいい。がいいか、拓郎の首だけは譲らねえ。要するにお宅のバカ息子が 恥ずかしくも堅気の司祭さんにやられちゃったもんだから、メンツが立たねえと。筋通すには僕がこの手で兄貴の首をそちらに差し出すしかない。とまあこうおっしゃるわけですね。兄貴は兄貴で、僕は今でもその弟です。 ことを構える覚悟はできたってことだな。侍は死を選ぶか。<笑>しょうがねえ。望み通りその道を歩かせてやる。 Спаси душу, горит, падла. Это хорошо. Не замерзни и все на улице. Ай-яй-яй. Теперь стушить надо. А где на что? Нужны деньги. Оглянись, что ты видишь? О, ты, конечно, наверное, матом-то здесь нельзя, да?
А я вижу здорового парня, который притворяется больным. Я вижу сильного парня, что жалеет себя, только бы не работать. Черт! А чё ты сюда вообще приехал, а? Самый умный, что ли? Ты чё думаешь, я работать не хочу? Да была бы работа! Есть у тебя руки? Работа будет. Завтра утром. 7 часов. Работа должна начаться. Ты работаешь, я плачу. Завтра ты придешь. Да-да. Хорошо. Ну, куда я денусь, ну? Ого. Отец Николай. А чего у тебя за татуировки такие? Не важно. Ошибки прошлого. А это что такое? Ну? Знаешь, есть поговорка. Любопытство сгубит окошку. Ну да, я понял. Да нечего говорить, я сам как-то дрова рубил, ну, по пьяни понятно. Короче, так порубил. Зырь сюда. Ногу расхерачил. Вообще, блин, хорошо кость не задела, а так... Ну, чешется иногда, а так, в принципе, нормально, привык. Ну, я пойду. До завтра. Батюшка, не надо вам туда. Уже полицию вызвали. Не ходите. Батюшка, не надо вам туда. Ой, куда убили? Господи, Боже.
ты духовенство пожаловала. Чё припёрся, а? Что случилось? Что случилось? Сначала эта гнида жжёт меня, а теперь дочь моя с Макаркой пропала. Все обыскали, а этого с ними на реке видели. Я ничего не делал. Заткнись, сволочь! За все ответишь! Успокойся. Отпусти его. Не делай того, о чем потом пожалеешь. А ты, значит, самый умный, да? Умнее всех, что ли? А ну иди к стене! Пошел к стене, я сказал! Стоило тебе появиться, и пожар, и дочь моя пропала! Да гори ты в аду со своими проповедями! А? Сиди! Костя, не надо. Костя, сейчас полиция приедет, они разберутся. Ну что ты делаешь? Костя, пожалуйста, не надо. Ну дети найдутся, я Макарку знаю. Молчать! Ну что, сознаемся? Или предпочтем глупую смерть? Я ведь не шучу. Это не ты. Остановись, пока не поздно. Да меня блевать тянет от речей этих поповских! Ты мне дочь мою верни! И Макарку! Я ведь порешу вас здесь, суки! Где Катя, последний раз спрашиваю? Надо, отец Николай, а вы в японской технике разбираетесь? Вы вроде из тех краев. А то что-то у меня руль стучит, глушитель ворчит. А наши автослесаря в Ярославле бестолковы, им бы только денег скоммуниздить. Здрасте. А у вас что здесь? Митинг? Я гляжу, и митинг-то вооруженный. Кто за наших? Катя! Сынок, ну а, как... да. Я ехал в город, они шли по дороге, они меня остановили, отказать нельзя было. Макарка хотел вот за рулем посидеть, я их свозил в парк, покормил. Погуляли, хорошо устали, правда, жуть. Я, конечно, понимаю, что вы как лучше хотели. Спасибо вам. Только вот, знаете ли, не надо было. Вы посмотрите, до чего вы довели. Как всегда, вовремя. Бензин только зря тратите. Константин Иванович, ну чего же вы так резко реагируете? Вы же должны хорошо знать, вы грамотный человек, что в Уголовном кодексе Российской Федерации существует статья 119. Угроза убийством или нанесение особо тяжкого. Ну, в общем, если Петька заявление напишет, 2 года не увидите своих милых дам. Надо вам это? Конечно, пишу. Не надо было, знаете, стрелять по нам. Чего? Чего ты молчишь? Не надо было стрелять. Ты совсем охренел, козлина. У нас свидетелей полно. Вон, отец Николай, скажи, ну... Что? Отец Николай, скажи. Поедешь с нами. Завтра будем разбираться. Подождите. Мы-то думали, детей-то наших украли. Все нормально. Идите домой. Украли. Завтра жду тебя в отделении. Будешь? Куда денусь? Конечно, буду. Слышь, фермер, заявление тебе обеспечено, понял, да? Что? Да что? Успокойся уже, а! Устроили тут. Расход. О, явился. Ну, как настроение? Боевое? Подполковник Яхонтов. Да ты садись. Награды там, ранения. А вот что ты тут делаешь, а? Ну, если все обо мне знаешь, посмотри графу месторождения. Это несложно. Ну да. Село Глубокое, Ярославская область. Так ты абориген, получается? Слушай, а может мы с тобой выпьем, а? Так и разговор лучше пойдет. А ты, Константин Яхонтов, все свое здоровье положил за Родину. И что ты получил взамен? Удовольствие получаешь, людей унижать.
Скоро ты пойдешь туда, где таких, как ты, много. Готовься, Костя. Закатывай буквы. Вот здесь, Матвей Сергеевич, прямо у нас под ногами, в долине этой неизвестной реки, находится самое перспективное, самое богатое месторождение красной глины. 500 миллионов тонн. Странно как-то. Люди жили-жили, не знали, что по такому богатству ходят. Ну, это Россия. А люди что? Люди пьют, люди работать не хотят. Какое там богатство? А храм-то не жалко будет сносить? Ой, да бросьте, у нас в Ярославской губернии этого добра, а вот новых, современных, инновационных заводов мало. А это очень важно для имиджа области. Слыхал, сынок? Для имиджа. Ладно, черт в лирику. Давай показывай бумаги. Вот, собственно говоря, план строительства вашего завода. Вот здесь мы новые дороги. Только вот сроки придется немного сдвинуть, нужно еще разобраться со сносом деревни, но это... Я думал, ты уже совсем разобрался. Или я что-то не знаю. Матвей Сергеевич, там в деревне осталось всего несколько семей. К концу недели они переедут в купленное на выделенные деньги жилье. Я тебе яйца оторву, если что-то не так будет. У тебя 2 дня, понял? Да. Ну, молодец. А что такой грустный-то, отец Николай? Садись. Такие щи, как будто это, не дай бог, что, а? Что случилось? Кажется, понял. Наверное, с проповедью пришел за кроликовода. А тут аж, извиняй, тут распинаться не надо, тут я не готов про сострадание говорить. Он это вообще меня убить мог. Да и тебя мог убить. А про жену он мою подумал, которая плакала рядом. Козел, блин. Хватит ей плакать из-за тебя. Хочешь измениться? Прости его. И он простит тебя. Здесь можно выжить только вместе. А может, я не хочу меняться? А может, я сдохнуть быстрее хочу? Ты рос сиротой. Какая разница? Дыра. Кто-нибудь или что-нибудь, в кого ты верил? Да. Все равно не поймете. Было. В хоккей играл. Так. Сломался. Быстро. Разрыв мениска. Да. Потом на лед уже не вышел. Короче, жизнь закончилась. Это детство закончилось. Это было Божий дар, Егор Атьюхаки. Испытание научиться жить и без него. Ты мне лучше скажи, ты сам что здесь? Тоже решил жизнь, что ли, поменять? Но все решили за меня. Но у всех есть испытания, и я свое не прошел. Да ладно. Отец Николай, я ж не дурак. Все вижу. И шрамы твои, и татухи. Чё-то наши попы себе таких не бьют. Видишь, как получается. Хочешь, чтоб я изменился? Ты уж ко мне лезешь. В свое ты не пускаешь. Вот как. Справедливо. Ты заслуживаешь знать правду. Конча. Конча. То... なかむむな社長いらっしゃいます。社長はただいま会議中でございます。あちらにおかけになってお待ちくださいませ。
Константина. На мое. Ты за молодой Аники. Мироя. Сын Аники в себе. Нам то хоть ты видел, бля! Има на Аника, это дарил скверенда, сону сайка! Камень и нот, ты кону сайну га скверенда! Испытывает каждого. Это
Наверное, можно было не приходить. Короче, не буду я писать на Яхонтова заявление. Вот как? А что так? Ты же вчера хотел. Ну да, вчера хотел. Передумал сегодня. До свидания. О, привет! Уже вернулся? Ужинать будем? Да нет. Ты что, с этой? Странный такой. Пил, что ли? Да не особо. Ну, рассказывай. Чё там с Яхонтовыми? Она приносит чистоту. Медленно воды. Субботний день. Сестра ушла, сказав, и вытри пыль. Твой дом ждет уборки. Динамок проснется серебро. Труба закрыта. Ничего. Люди. Привет. Он отказался писать заявление. Трезвый. Точно. Что я должен был? Заставить его, что ли, писать? Не было печали, просто уходила летом. Ох, сколько же от тебя суеты, косоглазка. А вы знаете, милейший, что Антон Павлович Чехов любил тараканить японских девушек. Тараканица. Антон Павлович сам придумал этот термин, когда побывал в борделе в Благовещенске. Он так и писал издателю, мол, у японской гейши совсем свои представления о скромности. Она всегда отвечает прямо. Огня не тушит. Не ломается, не жеманится, как русская. Ты знаешь, где ты находишься? Это святое место, покинь его сейчас же. А ты прям как та барышня из Благовещенска. Ничего не боишься, говоришь прямо, открыто. Таракан ты дальневосточный.
Ты очень меня разозлил. Есть предел моему терпению. Так что ты валил бы отсюда. Да, вот еще. Я тебе даю один день. А там уж извини, я буду вынужден. В моей жизни куда более опасные люди, чем ты. Запугивали меня. Я не боюсь и смерти. Я боюсь быть недостойным служить моему Господу. Покинь это место и никогда сюда не возвращайся. Отец Николай, я вот из города и сразу к вам. А, Титозе, я знал, что Петя все делает правильно. Да ладно, Петя, я же знаю, что это вы. Вы меня простите за вчерашнее. Пожар этот, потом еще Катя. В общем, нервы Чечни ни к черту. Я не держу зла. Но у меня будет только тебе одна просьба. Старики говорили, слышали иногда в лесу какой-то гул. Я тоже пару раз. И знаешь, как лось застрял в болоте. Ревет, бедняга, стонет, выбраться не может. Да, лося жалко. Вот он. Ага. Здоровый. Это благовестник. Старинный. Ну что, давай веток наберем, волокушу сделаем, до квадроцикла дотащим, а там легче будет. Пошли. Куда не денется. Семья. Где твоя семья? В Москве. А чё так? Где же тут? Ты тут, они там. Не прижился.
Мне со зверями-то легче, чем с людьми. Ну да. Че там, взял, пальнул. Так говорят, ты москвичей это тоже пугал, да? Была история. Как считал правильным, так и поступил. Когда пройдет дождь, тот, что унёт нас, когда уйдет тень над моей землей, давай. Я проснусь здесь, пусть я проснусь здесь, в долгой траве. Рядом с тобой, и пусть будет наш дом беспечальным, скрытым травой и густой листвой. Все, хватит! И узнал все, что было тайной. Я начну ждать, когда пройдет боль. А я вот капустки, например. Ну, короче, а он. Носи, чтоб не напекло. Ой, спасибо. Да померь, да померь. Спасибо. Ну? Ой, ну хорошо, хорошо, хорошо. Вот так. Смотри, какой размер угадал. А, еще дари. Минуточку внимания. Катя хочет поздравить. У нее Макар лучший друг. Правда, дочь? Да. Вот. У нас, когда этот пожар произошел, так Макарка подарил ей котенка, чтобы она по кроликам нашим не скучала. Вот. Может, давайте послушаем? Да? Хорошо, хорошо. Это для Макарки, про Троицу. Троица на утро, утренний канун. В роще по березкам белый перезвон. Тянется деревня с праздничного сна. В благовестии ветра хмельная весна. На резных окошках ленты и кусты. Я пойду к обедне плакать на цветы. С днем рождения тебя! Макарка, Макар! Ура. Да, Макар.兄貴の顔見てると食欲がなくなっちまう。なあ兄貴、今さら自分を責めてもどうにもならないだろう。こういうことになるのは最初から分かってたことじゃねえか。ルールはあんたがいた頃から何も変わっちゃいねえんだよ。お前も一緒やってんだよ。俺当たりだった。俺らも入ったけどこの前みたいな。竜の野郎に会いに行く。あんたをみすみす奴らに渡すのは極道としてできねえ相談だな。言うこと聞けねえのか。兄貴さんそんなやめてくれ。それはあんたがここを出ていく前の話だ。確かにあんた俺の兄貴だが、ここのボスは俺だ。叱ります。ちょっとここで待っててくれ。
出番ってこと言ってろ。それでけ。И сказал, что у тебя плохо с русским языком. Тебе же объяснили. Сутки на сборы. Или ты что-то не понял? Тоскливые школьные дни. А он сейчас обидится. Покажет нам Япону мать. Боишься? Че? Еще и папака со глазу не боялся. Ты в мою сторону не смотришь, хоть плачь. Мою записку не читаешь теперь. Теперь другой твой носит портфель. А что вы стоите? Бегите за водой, скорее! Дарья, тряпки нужны. Герамон, у меня аптечка в комоде. Скорее, ему плохо совсем. Останься с отцом Николаем. Я сейчас. Останься. Макарка.
кола. А можно колокольчики? Давно хотел. Ты хочешь ударить Корока? Да, колокола. Ладно, чё, пошли домой. Петь. Чего? Ну, чё ты? Не втеряешь? Ты куда денешься? Петь. Петь. У меня тебе еще один подарок есть. Че, еще подарок? Угу. Давай. Здравствуйте. А вы кому приехали? Ну вы нам скажите, мы вам все покажем, мы тут всех знаем. Кто такие? Так, Костя. Идите в комнату и сидите тихо. Костя. Дальше ждите моих указаний. Oh!
какой-то беспредел, Андрей Николаевич. Знаешь, я вырос в 90-е. Скучаю по ним. Все было проще, но элегантнее. Вы что, действительно решили всех поубивать? Почему нет? Пусть все сгорит. Жители все погибнут в огне пожарища. Оружие мы соберем, труп раскидаем по домам. Мы на такое не подписывались. Ну да. Вам бы только дедов калечить. Да пошел ты. Я в этом участвовать не собираюсь. Пойду, ребят, пойду. И вы валите. К утру подъезжайте. Как раз управимся. О чем? Какие дети, блин? Наши дети. Беременная. Смотри, мы в церкви как раз. Не хочу сейчас. А где Макарка? Его ранили? Нет, все будет хорошо. Это просто... Ну, чтобы повторить тихонько, мне просто скажи. Все. Чтобы папе рассказать, когда он придет. Троица на утро, утренний канун. В рощу по березкам белый перезвон. Тянется деревня с праздничного сна. Благовестие ветра, хмельная весна. На разных окошках ленты и кусты.
Я пойду к обедне плакать на цветы. Отец, зря я тогда всех волков пострелял. Сколько чертей развелось. Денежка! Полить этот очаг мракобесия! Именем Господа Бога! Бросьте оружие! Пошли прочь! Не тебе решать. На высоволье Божье! Мы сейчас его повяжем, а за ним его дружки из ментовки приедут. Так Бог рассудит. Не приедут. Они опасность первой жопы почувствовали. Вставай! Я не знаю, как мне дальше жить. Вон сейчас, Атариф. Там ему лучше, чем здесь. Он смотрит на нас и улыбается. Он так хотел ударить в колокол. Хоть разочек. Теперь он зовет в каждом ударе Коракора. Прием. Вызвали, на связь не выходят. Черт знает, где их носят.
Дим, шестой, оставайтесь на месте. Действуйте по ситуации. Высылаем дополнительный навес. Походу попали мы, Серега. Сейчас в глубоком целый десант из центра. Такое точно никто не спишет. Блин, ну нахрена надо было это делать, а? Ну жили себе спокойно. Нет, на себе вляпались по полной. Ладно, не любит, он не сдаст. У него своих проблем до хера. Знаем Матвея этого тоже точно. Недолго осталось ему жить. На воле или на зоне. Но жители, жители нас дадут. Ты понимаешь это или нет? Блин, как им вообще удалось выжить, а? Ну чё ты молчишь? Чё делать-то, а? Куда ехать? Нас ведь уже в участке могут поджидать, да? Чё делать, Серёга? Чё ты молчишь? Делать чё? Серёг, ты чё? Серега. Николай, письмо тебе принес. А? Слышал о твоих испытаниях. Как ты сейчас? Нормально. Ну, заеду на поправку. Ну, главное, тито храм восстанавливаем. Работы еще много. Новые прихожане. Новая жизнь. Николай! Отец Николай! Ну ты позови его! Ой, ты смотри,
проходите мимо. Куда это вы, отец Николай? Давайте к нам, а? Чего это? А куда вы? Смотри, с чемоданом. Извините, боюсь, я не смогу. Почему? Я поручил письмо из Японии, мой брат убит. Поедешь? Да, конечно, это мой долг. Батюшка, вы вернетесь? Конечно. Конечно, вернется, конечно. Вы же нашего сына покрасить обещали. Или дочку. Лёх, реши, Миша. Тетузе, я не хочу дорогих прощаний. Дорогие проводы и лишние слезы. Самурайская поговорка. А и правильно. Одна нога здесь, другая там. А мы будем ждать, отец. А то смотрите, оставайтесь с нами навсегда. Новую жизнь начнете. Я всегда буду с вами. Со всеми. Нарисованная ветками сирени, написанная листьями по коже, самым своим последним дыханием, я скажу, Господи, любимый, спасибо за то, что я сподобился видеть, как ты сгораешь в пламени заката, чтобы никогда не вернуться, потому что ты никуда не уходишь. Просто еще одному будет некуда деваться, еще одного за руку и в сад над рекою, где ходят по крыльям херувимов, потому что им никто не дал имя, и значит все молча. А завтра будет то, что было раньше, священный союз земли и неба. Поймаешь пулю зубами, одна только красота косит без пощады, потому что она держит суд в сердце, потому что она держит путь на север, где ни времени, ни объяснений, один только снег до горизонта. Значит, еще перед одним раскроется небо сияющими от счастья глазами. Дела твои, Господи, бессмертны, и пути твои неисповедимы.
Напишите это слово на камне. Раскрасьте его северным сиянием. Наполните голубиной кровью. И забудьте навсегда, что оно значит. Голуби возьмут его в небо. Так высоко, что больше не видно. И небо расколется на части. Но об этом никто не узнает. А мы сгорим в пламени заката, чтобы остаться навсегда в саду над рекою. Потому что это нашими губами ты сказал однажды раз и навсегда голубиное слово.